Всем привет, дорогие друзья, смотрите, и добро пожаловать в игрушку Моэб. Я пока что за такую мышку играю, которую все хотят съесть, но я только начал. И потом я буду по мере уровня превращаться в другого зверя. Пока что я могу только вот эти красные точки есть, потом смогу грибы есть, еще что-нибудь. В норке, кстати, можно прятаться. Мне нужен баланс красного и синего, то есть синий это вода, я так понимаю, я должен постоянно... Постоянно у меня должна быть вода присутствовать в организме. Ну и также опыт я должен набирать. Так, отлично, тут много-много воды. Ну, то есть я могу только максимум взять. Ладно, идем дальше. Ёлки-шпалки, что это такое? Да там я не знаю, кто уже. Витер, Вайтер. Это... Ой, ёлки-палки. Медведь, что ли, там, или кто это? Так, можно в норке спрятаться, в принципе. Если ты уже большой, дикий... Ух ты, теперь я в зайку превратился. Я могу есть мышек и червячков. Я так понимаю. Тут написано... А, кого мне выбрать? Я мог кого-то выбрать? Я не понял. Ладно, я выбрал зайку. Хорошо. Теперь мы маленькие-маленькие зайки, которые тоже все хотят съесть. Я могу только мышей есть пока что. Моя самая главная цель... Блин, надо налутаться. Вот она мышка. Я могу мышек есть. Нет, я мышек не могу есть. Потому что она зеленая, то есть зеленых я не могу есть. А вот красные это опасные. Мне надо убегать от красных. Так как я быстрее бегаю, то мне проще будет убежать или спрятаться куда-либо. Ладно. А левел у меня 99 хп. Мне еще надо налутать еще долго. А там уже лис какой-то бегал. А я на каком месте? На 150-м где-то месте. Наша задача добраться как можно выше. Никитыч. Никитыч на первом месте. Ух ты, поросенок. А, надо убегать. Пипец. Знаете почему? Потому что у меня воды мало. Я не могу бегать. Я не могу бегать. Я не могу. Беги, 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 беги. Беги, беги, беги. Спасай, спаси меня, пожалуйста. Там много злых лисов. А из-за того, что у меня нет воды, я не мог бегать, ребят. У меня истощение в организме. Мне надо налутать воду. Так, вот отлично. Фалиум. А, смотрите, крокодил меня не может убить. Зато поросенок может. Поросенок меня съел. Так, ребятки, отлично, продолжаем играть. Я вижу какой-то морж. Морж меня не может есть. Это кого я могу есть? Каких-то еще червячков, наверное. Ладно, я сразу с зайцем стал. Давайте тут покружимся возле кормушки. Блин, валить, валить, надо валить. Тут что-то много грибов. То есть я должен есть воду и собирать красные ништяки. Ненавижу поросят, ненавижу поросят. Да убегай ты, ну, да что ты не... А, я в засаде, это грязь, ребятки, я по грязи не мог бегать. Так, ладно, ух ты, я что-то червячком совсем стал. То есть, по сути, я могу только... Я самый маленький, самый примитивный червячок. Но я быстро должен левел взять. Меня мышка может съесть. Ну, мы сейчас станем... Сейчас мы сами мышкой станем. Все. А кем я стал, рыбкой, что ли? Могу я... А я мышек могу есть. Мышек и червей. Так, и вот этих, видимо, штучек. А, нет, не могу есть я. То есть тут определенно можно есть, определенно нет. Тот, кто покрыт зеленым, я не могу их есть. Это мои собратья, ребятки. Черепаха, плохая черепаха, краб, медуза, это от них надо удирать. Все, которые красным обведены, от них надо убегать. А которые зеленым обведены, светло-зеленым, их нужно есть. А которые темно-зеленым, это наши союзники. То есть ничего не будет, если мы столкнемся с ним. Даже вот этот вроде большой, смотрите, какой хищный, и он ничего нам не сделает. Ладно, кормушка, а, блин. Надо подойти поближе к кормушке. Вот, отличный ништяк. Он стал, смотрите, он пигом стал. Да пошел ты нафиг, эй! А почему я не могу бегать? Блин. Ну пипец, ладно, я теперь мышкой стал. Пока что красных собираю. Пойдемте к кормушке сразу. Там можно налутаться хорошо, как следует. О, сразу кроликом стал. Все, теперь я кролик. Отлично. Пускай кормушка восполняется. Блин, крот, смотрите.
Кормушка восполнилась, в принципе, можно опять налутать. Около кормушки вообще замечательно можно накушаться. Так вот, отлично. Вода, я по воде не могу ходить. А, ну бегать не могу. То есть тут лучше знать всякие эти правила. Видите, крот подрыл подо мной такую арык канавку и мог меня съесть. Ну, я вовремя удрал. Так, а где мне лучше обитать? Мне лучше по земле бегать. По земле мне проще. Смотрите, тут вода есть. Там, где вода, это не мое место. Там я не могу бегать. Вали отсюда. Эй, а как он плавает? Здоровье, у меня мало здоровья. Ладно. Валим, 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 спаси меня. Он также может... А, нет, он тут не может пролазить. Я краб, я стал крабом. Фуф. Могу грибочки есть теперь я. Блин, грибы. Нам подсказывают. Кормушка, кормушка. Все, тут можно посидеть, отсидеться. Так, налутаем. Мы крабы, мы рыб, ну, рыба, да, как? Пресноводные. Так, налутались. Бегемоты нам... Вот, крот может съесть нас очень легко. Вот, давайте грибы есть. Грибы очень полезные и питательные. Кормушка, кормушка, елки-палки. Все, спрятались. Он ништяки собирает, смотрите. Он что тут будет тусоваться сейчас? ПН. Очень хорошая такая норка. Можно обождать. Эй! Меня съели. Вот же жесть. Так, вот мы опять начали с кролика. Блин, как же тут все заполнено. Кормушка заполнена. Ладно, с кролика начали. Тут бы еще, когда если знать все правила, проще будет играть. А так как я не знаю правила, мне приходится тяжко. Черепашка, черепашка я не был. Так что лучше подучить все правила этой игры. И тогда будет вообще шикарно играть. Тогда никто не выиграет. Смотрите, вот этот бегемот может проходить сквозь вот такие предметы, а я нет. Я маленький зайка, и мне надо будет бегать вокруг. Так, ништяк налутали. Я сейчас... Ух ты, олень, что ли? Смотрите, олененок. Я теперь крабом стал. Я могу есть зайцев и рыбок, и грибы тоже могу есть. Можно по кругу, в принципе, бегать, ничего тебе не будет. Так, грибочки. Отлично, питательный. Мои грибы. Мои. Хочу сам их съесть. Блин, что ж вы пугаете? Это все наши. Тут все наши. О, мышка. А вот мышка... Мышку можно съесть. Ням-ням, вкусно. Вкусная мышка. Давайте догоним мышку. Мышку, зайца. Я их всех могу съесть. Вода, закончилась вода. Нам надо дойти до воды. Пипец, без воды мы не можем так бегать. Так и рьяно бегать. Не торопись. Так, отлично. Теперь надо... Теперь надо... Ух ты! Ёшкин кот. Не успел. Хотел скушать его. Эй, ты куда толкаешься? Какого ж лешего? Вали отсюда. Пики, 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 пики же. Валим, 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 валим. Рыбка, рыбка, рыбка. Отлично. Почти съели, почти съели. Кто-то съел меня, по ходу дела. Так, теперь мы, смотрите, мы теперь рыбкой играем. Блин. Пока мы маленькие, мы можем удрать. То есть, по сути, я не могу сейчас вылазить на сушу, я так понимаю. А что будет, если я вылежу? Вылезу. Рыба, которая... Ходит по земле. Ужас. Ух ты, какой это зебра или кто это такой? То есть моя стихия это вода. Вода. Вода, что я говорю, ребят.
Кто это такой? Кто-то под водой плывет, видите? Так, ладно, нам надо налутаться. Сколько много рыб тут всяких. Вот тебя могу есть. Светло-зеленых можно есть. Еще надо догнать его. Вот, отлично. Так, зарабатываем опыт. Так, ништяковский. Ах, краб, краб, краб. Дай убегу от краба. Какая-то воронка. Что же воронка? Они все под водой, смотрите, плавают. Эй, это конец карты, что ли? Да, это был конец карты. Все, меня съели. Мышка. Мне больше нравится мышкой играть. Нет, довольно-таки интересная игрушка. Она, кстати, перестала лагать. Я помню, раньше она сильно лагала. Сейчас, видимо, ее оптимизировали. И вообще ништяк. Так, а... Зайка. Да не мешайся, дай... Это моя кормушка. Все. Я ее охраняю. Отлично. Вот, тут хорошее место. Тут бегаешь от одной кормушки к другой. И ничего тебе не будет. Так, можно быстро налутаться. Блин, дурацкая свинья. Пошла ты нафиг. Валим, 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 валим. Так, водички. Запас воды пополнен. Скоро новый левел. Не забывайте, нужен про баланс воды и еды. О, отлично, теперь я поросенок. Как хорошо. Чем я больше, тем я сильнее. Я буду тут тусоваться около кормушек. Это хороший шанс налутаться. И мне уже 217 место. Значит, он тоже поросенок. Это моя кормушка. Я тут буду тусоваться. Уйди отсюда. Там лис. Страшный лис. Надо бы убежать. О, я могу грибы есть, кушать. Отлично. Я уже большой свин. Блин, печальная беда. Тут опасно гулять одному. Я слишком жирный, я слишком жирный. Уйди от меня. Уйди от меня. Все, я тоже лис, я теперь могу поросят есть и крабов. Как же это замечательно. Все, лис, теперь ты со мной. Теперь ты меня не будешь кушать. О, я могу теперь через кормушку проходить, прятаться тут. Так, взял, спрятался в кормушке. Так, отлично, собираем, собираем. Мы же лисицы, сестрицы, хитрицы. Можно прятаться. Ладно, сваливаем. Сколько у нас уже? 186 место. Нифига себе, грибов-то сколько. Ёлки. Эй! Выбежал, гад. Фух, я чуть сам себя в ловушку не загнал. Я уже жирный лис стал. Все, валим, 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 валим. Собираем грибочки лучше. Вон, ну, кормушка хорошая. Через кормушку я смогу проходить. Это теперь нормально. Так, отлично. Лисица, скоро я стану каким-то другим зверем. Давайте посмотрим. Вода, мне нужна вода, нужно попить. Ух ты, я стал кротом. Теперь могу есть лисиц. И еще каких-то водяных. Значит, как много грибов-то, смотрите. А как взорваться? Я, можно стрелять водой? Эй-эй-эй, я пошутил, хватит. Угомонись, пожалуйста. Так, все, отлично. Сколько грибов? Раньше не было так много грибов, мне кажется. Я помню, он как-то рыл. А как рыть, ребят? На какую кнопку способность? Я просто вообще не знаю. На какую-то явно есть кнопку. Жмешь, и я могу под землей находиться, но не знаю, на какую. Кстати, а я не все грибы могу есть. О, блин, я в грязь попал. Надо выбираться отсюда. Вкусные лисицы. А вот что, зачем водой стрелять, интересно?
Для какой цели? Покусали, покусали. Я тоже, мне надо тоже удирать нафиг. Смотрите, двое гонятся за мной. Трое гонятся. Да ну пипец. Я застрял. Фуф. Это хорошо, что я уменьшаюсь. То есть я могу уменьшиться, и мне ничего не будет. Так, отлично. Опять начинаем расти. Зайка. Отлично, скушали зайку. Взяли много опыта. Блин, бегемоты. Я боюсь бегемотов. О, я стал олень, теперь я могу кротов есть. И крокодилов, и красные грибы. А точки я не могу есть, то есть они мне, по сути, сейчас бесполезны. Теперь я только могу охотиться, ребят. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, пиги. Ну, вали, пожалуйста, от меня. Да нельзя так. Уйди. Уйди, проклятый. Точки вообще, я не могу их собирать. То есть они бесполезны. Грибы можно собирать, даже нужно. Отлично. Я в норке тоже не могу прятаться. Давайте хотя бы воду соберем. Как использовать способность, я не знаю. Тут же есть какая-то способность. Вот видите, он как-то под землей роет. Землю. Почему я так не могу? Отлично, съели. Красные грибы же я тоже могу собирать. Вот он, красный гриб. А нет, не могу красных есть. Так, ладно, ну мы сейчас очень долго продержались. Мы уже олененком играем. Я думаю, стоит продолжить. Я на 137 месте. А, я мышей не могу есть. А вот кроликов могу. Вали от меня. Тут кто-то чей-то друг, в общем, я понял. Отлично. Если это все изучить, будет намного проще играть, чтобы знать, когда тебя могут сесть, когда нет. Все, отвали от меня, отвали. И действительно, это очень сильно похоже на выживание в дикой природе, ребятки. Животные примерно так и выживают. То есть можете себя почувствовать действительно животным. Кто-то с кем-то союзничает, кто-то как-то. У каждого свои, в общем, навыки выживания. Ой, я тоже могу, я в большой норе могу прятаться. Так, красный гриб. Тоники много опыта дает. Пиги. Отлично, съел я. Так, кто еще? Там надо удирать от них. Мирная пушинка. Знаете, почему я не могу? У меня вода закончилась. А, я сейчас сам умру, потому что воды нету. Из-за того, что запас воды закончился. В общем, ребятки, вот такая вот игрушка. Поставь Лойс, и я продолжу, потом сделаю, может быть, какую-нибудь нарезку, если будет много пальцев вверх. Давайте наберем этому видео 500 пальцев вверх, и я сделаю нарезку с музыкой. Это будет круто. Жду 500 пальцев вверх, потом напишите, ты обещал, и я обязательно сделаю это. С вами был Дарите, пока-пока, ребята.